Мы на месте. Мы приветствуем Илгварса, интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверил. Визуально что-нибудь видно, что мешает сканированию? У него голограмма есть. Сканер, просканирую сейчас эту голограмму, подсвечиваю все подключки, чипы, датчики, импланты, связанные с этой голограммой. Сканер это все отключает, выводит из биополя, как выйдет, отправляя в клетку тюрьму. Она полностью в его рост, прозрачная, и в ней информационные разные файлы на клетке. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Илгварса под ногами, 360 градусов вокруг него. Сканер сканирует все 7 тонких тел Илгварса, находит все. А золотой джин? Давно не виделись, золотой джин. 86-34. Вон, 86-34, конечно. Дальше у него дракон. Какой? 38-16, синий дракон. Хамелеон и арахноид. Все. Чья это голограмма? Синего дракона. Сколько ты находишься в этом биополе, синий дракон? 2 года. Цель этой голограммы? Сперва было изучение, теперь информационный файл. Скопление событий и ситуаций. А зачем это ты его... моя маленькая библиотека. Ну, ты его забрасываешь, эта информация, она в большинстве этих случаев наверняка ему не нужна. Я не забрасываю, я собираю его информацию, его отрезки жизни, поступки, эмоции. И как оно отражается на его физическом состоянии в этой жизни? Небольшая потеря энергии. Небольшая. При переносе файлов. Хорошо, 2 года ты сидел. Арахноид, сколько ты присутствуешь? 32. 32 года ты сидел? Да. У тебя контракт есть с ним? Нет. Хорошо, хоть здесь. Но мы синхронизированы. Ну, это понятно, за 32 года. Мы этот вопрос тоже решим с рассинхронизацией. Итак, Арахноид, сколько ты присутствуешь в этом биополе? 14 лет. Да что ж такие все долгожители здесь? Хамелеон, сколько твое присутствие здесь длилось? 3 года. Как ты на него воздействовал? Переключал настроение или что? Да. И золотой джин. Настроение переключал на негативное. Грусть, мысли. Угу. Ну, с таким воздействием еще и твои переключения, наверняка он это ощущал. Итак, переходим к золотому джину. Золотой джин, мы с тобой встретились. Встречались уже. Конечно. Давай с тобой пройдем процедуру. Сколько ты находишься со своим контрактом в его биополе? Давненько сижу я. Мне цифра нужна точная. Точно не скажу. Около 70 лет. 70 лет. Это с момента этого дома построения или как? Мне это себе представить. Это же все связано с домом, да? С момента согласия контракта. Хорошо, то, что ты называешь контрактом. Объясни мне вот эту ситуацию. Он вспомнил о том, что он когда-то написал в книге выпускников школы, где он учился, такую фразу, что деньги не главное в жизни. Ты это считаешь контрактом? Он написал, и я увидел. Для меня деньги главное в жизни. Он зарабатывает, а я коплю. То есть это действительно является контрактом, то, что он сделал для тебя, да? Именно об этом. Для меня это желание, которое я исполнил. Нормальная ловушка, джин. Хорошо, я такого, честно говоря, много джинов встречал. Даже золотых немало, но интересно, рафинированный такой ход у тебя. Все знают, вы находитесь на чистке, начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы, вы будете на них отвечать. 70 лет, представить невозможно. Даю команду тонкой копии Илгварса спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродных. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним и усилю потоки в 50 раз. Значит, 70 последних лет ты ему... не давал нормально зарабатывать деньги, или они ему давались очень наоборот, трудно? Наоборот, зарабатывал хорошо. Ну а что, где он терял энергию? Во что ты перерабатывал золотые монеты? Я их собирал. Ну, именно на чем? На том, что он деньги уходили сквозь руки или как? Угу. А, вот как. Чем тебе подсказывать или что? Раздавал, а я собирал. Такое можно себе представить. Реверс закончился. Устанавливаю фильтр золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Илгварс забирает всю чистую светлую божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная чистая. 1, 2, 3. Усилий потоки в 50 раз. Эмоджи найдет спокойствие, умиротворение. Да, вполне возможно, эти чувства он и забирал.
Готов. Идем дальше. С вытаскиванием начинаем. Арахноид, выходи. Снимай всю свою паутину, вытаскивай иголки, отключайся полностью, возвращайся назад. Приступай. У него паутина в области виски, затылок, плечи и на пояснице есть скопление паутины, тяжесть. Готово. Хамелеон, выходи, вытаскивай свое гнездо. Где ты сидела, в сердечной чакре? Сердце и горло. Да, вытаскивай все, что там осталось, энергии не забывай, возвращайся назад. Готов. Синий дракон, твоя очередь. Выходи, отключайся полностью. Нету ничего у него, голограмма вышла, все. Кроме голограммы ничего нет, ни плат, ничего? Нет, но она и есть плата в форме голограммы в полный рост. Все понятно. И золотой джин, выходить не надо, втягивай в себя всю пыль, все свои подключки, ничего не забывай, приступай. У него золотые наручники, снимает он. Если золотой джин, значит наручники такие же будут. И спираль вокруг тела, от поясницы и вниз. И как она работала, эта спираль? По спирали ходил, зарабатывал. Все снял. Хорошо. Рассинхронизацию мы сейчас сделать не сможем из-за контракта, который действует. Поэтому переходим к каннулированию контракта. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Илгварс должен взять ответственность за свой жизнь в свои руки, выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, готов. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я вызываю клиента, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У меня вышла толстая книга золотая. Пусть повторяет за мной. Внутренней власти моего суверенного я лежатся собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Ему белый свет возвращается. Готово. Открывая воронку в галактическое ядро, аннулированный контракт уходит на переработку вместе с фантомом. Закрываю, печатаю и растворяю. Готово. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию Илгварса с золотым джином, синим драконом и его голограммой, хамелеоном и арахноидом. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо, все прошли проверку. Арахноид и хамелеон, вы больше никогда не войдете в это биополе. Вам это понятно? Понятно. Открывается наверху портал. Один на чистоте арахноида, второй на чистоте хамелеона. Арахноид забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Хамелеон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Синий дракон. Я хочу получить слово синего дракона, что больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Голограмму ему отдаешь? А, стоп, голограмма остается здесь. Я забыл совсем. Готово. Закрывая, печатая, растворяя под голограммой, открывая воронку в галактическое ядро. Голограмма уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. И переходим к золотому джину. Золотой джин, у тебя больше нет никаких оснований пребывать в этом биополе. Ты готов идти? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте золотого джина. И джин уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Все. А есть. Больше ничего не осталось в клетке. Все чисто, да? Да. Поехали дальше. Выходит эмоциональный фантом Илгварса, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкие аберрационные эмоциональные энергии. Им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме, и фантом выходит. Здесь много всего. Он больше какая-то моральная, эмоциональная усталость у него от этого. Конечно, за столько лет столько насобиралось. Илгварс, вы готовы отказаться от этих энергий и сбросить их? Готов, да. Сворачивайте энергию в шар, открывая воронку в галактическое ядро. Шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое силе было, оно проявляется. Здесь фантом джина. Выходит фантом джина, открывая воронку в галактическое ядро и сбрасывает фантом на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Переходим на частоту. Синхронизируется энергия, вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Илгварс, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Счастливо. Отлично. Будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Илгварса в его систему биоробот-душа.
заводим, подключаем к каждому органу клеточки, извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем.